Дмитрий Костерин больше не временно исполняющий обязанности начальника областного ГИБДД. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева он назначен начальником управления. Напомним, прежде этот пост занимал Александр Брусочкин. Полномочия ему пришлось сложить в начале июня, после того, как на него было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.